привет, друзья! Вы смотрите Банальное ТВ, с вами Тур! Мы с вами продолжаем играть в Тирдаун, мы с вами продолжаем уничтожать все, что у нас есть в этой игре. И вот почему-то я сейчас стою на месте, но мой персонаж потихонечку едет влево. С чем это связано? Я не знаю, возможно, тут неровный пол. В общем, это карта, где я маленький как мышь. Я маленький мышонок, я маленький хомячок, турбентий хомячок. Да, я бы мог быть улиткой, но тогда я был бы прям очень маленьким. Но я хомячок, друзья. Сегодня Турбенти стал хомячком. Такое тоже бывает. Ну, либо мышонком, либо крысой. Напишите в комментариях. Я, как заметил, вам эта карта очень понравилась. Там, по-моему, 100 тысяч просмотров. Я такой, чего? Мне эта карта тоже очень понравилась. Поэтому сегодня мы попробуем размозжить все, что у нас здесь есть. Максимально, конечно, максимально постараемся. И, кстати... Я наконец-то понял. Ну, во-первых, у меня есть джетпак, но джетпак неинтересно, потому что я наконец-то понял, что оказывается, вот там вот все время назад я туда вот хотел залезть, вот туда, да, как бы хотел залезть, а тут сзади, оказывается, туда можно залезть, то есть вот по этой лесенке мы бы вот так вот залезли. И смотрите, мы можем залезть и вот сюда вот, где у нас ноутбук, да, вот этот MacBook или хренбук, что это такое. Так, давайте мы здесь нарисуем, так, мы давно не пользуемся вот этой штучкой, мы тут нарисуем сейчас Apple. Вот, это Apple. Ну и благополучно сломаю, потому что Xiaomi топ за свои деньги. Так, окей, залезаем сюда. Здесь у нас есть вот эта машинка. Здесь у нас есть крипер, который, кстати, по-моему, взрывается. По-моему, он взрывается, если я не ошибаюсь. Давайте попробуем его как-нибудь уронить. Ой-ой, не меня. Блин, он не упал, окей, ладно. Банальный не промах. Не понял. Падай. Крипер. Да, видите, он взрывается. То есть это прям самый настоящий, самый натуральный крипер. Ну, что я хочу вам сказать? Давайте попробуем разломать нахрен этот стол. Ну, почему бы и нет? Я не знаю, держится ли он за стену, либо не держится. Сейчас мы с вами это прекрасно узнаем. Делаем. Падает. Класс. Блин, обожаю. Вот люблю, когда вот так вот все сразу падает. Сразу у банального, знаете, настроение поднимается. Все, хрен с ним. Так, окей. Картинка с крипером. Ну, будем считать, что тоже, так сказать, немножко мы ее испоганили. Так, сюда. Кстати, еще один секрет про эту карту я узнал, друзья. У нас FPS немножко просел. А видите вот эти лампочки? Они фейк. Блин. Вот, да, я заметил, что когда, короче, FPS проседает, то мы не можем нормально летать на этом самом. Короче, это фейковые лампочки. Смотрите, сейчас я стрельну. Разобью, да, эту лампочку, смотрите. Вот она разбилась. А свет там все равно остался. По-моему, да? Сейчас мы проверим, давайте еще на этой, на всякий случай. Ну да, видите, там все равно какое-то свечение есть. Сейчас, ребят, я вам отвечаю, это все фейк. Это обман. Ой-ой-ой, меч. Вот это красиво было. То есть, видите, свет там остается. Как бы, ну понятно, дело, короче. Считаю, что за счет этого карта теряет свою крутомбесность. Ладно, я шучу. Карта все равно крутая. Мне, блин, одна из моих любимых карт в Тирдауне. Все, мы просто ломаем. Короче, это, знаете, это когда ты в школе, ну или, да, где-нибудь там на учебе, в колледже. И приехал племянник, да. И мама твоя сказала: посиди, вот иди в комнату к сыночку, да, к моему, иди в комнату и поиграйся там. И естественно он делает примерно вот такое. Ребят, ну реально, напишите в комментариях, жизнь ли это для вас. Ну там, не знаю, племянник или какой-нибудь там младший брат, может, или сын ваш. Вдруг, не знаю, вдруг у вас есть уже сын. Кто вас знает-то, возможно. Ой-ой-ой, кактус. Овечка. Охренеть, о, дофига себе тут цветок. Хороший, красивый был цветок. Блин, я летать не могу из-за того, что я... Компьютер надо, кстати, уронить. Так, нихрена себе, компьютер. А можно ли его как-то аккуратненько? Аккуратненько, так сказать, аккуратненько. Берем ган. Сейчас мы его вот так вот пообломаем ему ножки. Опа. Да. Я хочу его уронить, только в другую сторону. Блин, я... А! Банальный! Спокойно. Теперь я могу летать. Ну-ка, а если вот так вот... Подождите. Хвачу и... Не, не хочешь хвататься, хорошо. Для банального это не проблема. Банальный не из такого сделан. И не в такое я делал, как говорится. Так, теперь вопрос, как нам его уронить? Как бы нам его так уронить красиво? Наушники. В жопу. Ха! Банальный злой. Банальный турбо злой, злой. Либо чисто стол уронить, да и все, в мини-комп сам упадет, точно. Ай, больно. Просто тупо сейчас уроним стол, да, и комп сам упадет, в принципе, это логично. Делаем вот так вот. Сейчас все будет, друзья, сейчас все будет. Вы же знаете, кто я такой. Ой-ой. Компьютер. Увидеть. Вот он. Падает. Ой, красиво. Ой-ой-ой, хороший был компудахтер, как говорится.
Да не очень. Блин, вот да, реально, это от FPS, короче, зависит, как я хорошо летаю. Мы это с вами уже поняли, как бы. Давай, турбо, давай, ну ты что, совсем уже, совсем не можешь. Старый стал, не могу летать, как говорится. Вот так могу. Так, ну-ка. Компухтер. Смотрите, сейчас я сделаю приколдесы. Компу. Это майнеры, это все ваши майнинги, майнеры, да. Вот будете знать, как свои эти биткоины майнить. Так, а ну упал. Нифига себе, тяжелая какая, а? Это, там, где карандашики лежат. Тяжелая штучка. Так, мышка. Что-то не упала до сих пор. У-ху, пока. Клавиатура. О, на клавиатуре, кстати, мы можем немножко полетать. Мы с вами сможем это даже сделать, я думаю. Не знаю, насколько она тяжелая и получится ли у нас это сделать. Нет, тяжелая. Ну ладно, хрен с ней. Так. У нас есть еще одна вот такая вот лампа. Хе-хе-хе. Красиво. Могло бы быть, если бы оно сломалось. Оно не упало даже. А какого хрена? Не понял. Оно не долетело, что ли? А если так? Ну, другое дело. Ой, сейчас упадет красиво. Так, и туда тоже стрельнем. Ой, как падает. Ой, как падает. На. Блин, ну младший брат крысеныш. Или это, знаете, когда вы надолго оставили своего мышонка, он хочет жрать, он не пошел сразу в холодильник почему-то, он сначала сломал вашу комнату, хреном собачьим. Почему так произошло, никто не знает. Только один крысенок знает. О, блин, у нас же еще стул есть. Я не увидел. Стул. Вот так вот. Это тоже надо сломать. Во, да, это мне нравится. ФПС, конечно, говорит нам уже, да свидули. Но, как говорится, мы здесь не ради ФПСа, мы здесь ради того, чтобы расхреначить все хрена в собачьем. Вы же знаете. Опа, а нет. О, блин, классно, что оно все как бы не присобачено к полу, то есть оно все, так сказать, так скажем, физично. И это прикольно. Это классно. Ой, блин. Не понял. Так, а стол... А, стол упал на стул, я понял. Я понял, друзья. Делаем вот так вот. Не попал. Не туда. Бургеры. Сейчас уроним бургеры. Красиво. Кстати, я помню... Эй, блин, давай, тихо. Вернись ко мне, мой полет. Давай. Нет, ребят, не может, когда ФПС... ФПС, вернись, ФПС, собачий ФПС, вернись. Ну ладно, хрен с ним. Я хотел залезть в эту, в раковину. Ну-ка, а я могу, ну, где-то тут раковина, либо тут, ну-ка. Не, походу вот тут. Да, вот она. Ну, это для меня не проблема, друзья. Залез в дырку. Полетели. Давай, ты сможешь. Давай. Собака, а? Не хочет. Я куда-то попал, ну ладно. Так, окей. Ой, тихо. Выламываем. Надо доломать стол. Там надо еще телевизор уронить. У нас еще куча работы, друзья. Куча работы. Непочатый край, как говорится. Не. Ой-ой-ой. Чуть ли не на голову. Опасно. Так, телевизор как держится? Кронштейн, отлично. Работает ли кронштейн? Сейчас проверим. Не попал два. И блокбастер хит не попал 3. Ё-моё, ой-ой-ой, он сломался прямо об игрушечный этот грузовик. Блин, не, ну карта охрененная, конечно. Карта, ничего не скажешь. Просто офипопительная. Так, ну и в принципе у нас остался только холодос. Что делать с ним, я не знаю. Так, давайте мы попробуем отломать ему дверь. Во-первых. Как-то, я не знаю, как это будет работать. Надо самому не вмернуть случайно. Ну, это должно сработать, должно получиться. Так, ну и вот это мы отламываем, и дверь, по идее, падает. Правильно? Нет, там еще вот там держится, по-моему. Ну-ка. Во! Дверь, ребята, дверь отломалась, я точно вижу, как она хочет падать. Так, ну и еду надо уничтожить, естественно. Кто будет есть в этом доме? Никто. Там кока-кола горит, эти всякие спрайты горят, все горит. Фу, жестко. Не, ну мы нормально размозжили
квартирку. Так, там и кот остался. Картинка кота, которая тоже должна немножко, так сказать, поломаться. Ну-ка. Прям в башку, да? Нет, мы не увидим. Блин, мы не увидели. Нет, не в башку, чуть ниже. Окей, ну как бы... Нам не страшно. Мы сделаем его вот так вот, по два раза. Так, а вы что улыбаетесь? Тут рожи. Рожи нарисованные. Вы что улыбаетесь? Кто вам разрешал? Так, ну-ка, котик. Блин, ой, прям в лобяру. Прям в лобешник. Машинка здесь, так? Где я застрял? Да, ФПС, конечно, убежал. ФПС далеко убежал, но оно и по... О, книги! О, книги! Вот этого я не заметил. Друзья, вот видите, как хорошо, что заметил. Да, ФПС, конечно, полный капец. Ну-ка, интересно. Оно так все медленно летит из-за этого? Капец, очень медленно. 2 года практически. Я хочу хотя бы одну книжку уронить. Блин, надо было сразу много раз стрелять, да и не париться. Теперь ждать, пока оно сломается. Давай банальный. Ну-ка. Во-во-во, падают. Ну-ка, если возьму дробовик и попробую попасть. Где дробовик? Нет, шотган. Ну-ка. Ну, не попадаю, ладно. В общем, друзья, вот такая вот серия. Блин, я охреневаю с того, что происходит. Я охреневаю с того, что вообще нет ФПСа ни хрена. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Если вы вдруг еще этого не сделали, ставьте свои большие пальцы вверх, пишите свои комментарии. Это новая серия по замечательной игре под названием Teardown. Не заставит себя долго ждать.